Алекс – это сокращение от полного имени Александр, что в переводе с греческого языка означает «защитник». Но настоящее имя всем известного льва – Закари Алакай. Он является главным персонажем серии мультфильмов «Мадагаскар». Алекс – лидер четверки из зоопарка и лучший друг Марти. Он умен, сообразителен и быстр. Также Алекс – танцор от природы, часто поражает других своими акробатическими способностями. Немного избалован и эгоистичен, но искренне дорожит друзьями и готов это доказать на практике. Впервые Алекс появился в мультфильме «Мадагаскар» 2005 года, где он со своими друзьями отправляется на желанный остров. В этом же году Алекс в виде игрушки появляется в короткометражке «Пингвины из Мадагаскара. Операция с Новым годом». В мультфильме «Мадагаскар 2» 2008 года Алекс узнает, что он родился в Африке, и его имя при рождении Алакай. Там он встречает своих родителей. В 2009 году выходит короткометражка «Рождественский Мадагаскар». По сюжету Алекс со своими друзьями берет на себя доставку подарков детям. You can walk away from is a good landing. This is stupid, Marty. Dab, dab, dab. Easy. Guys, I'm stuck. Oh, thank you. Uh-oh. Don't leave me. В 2012 году в третьей части полнометражного мультфильма Алекс и его друзья решают покинуть Африку и отправиться домой, но для этого им нужен элитный отряд спецназа пингвинов.
В 2013 году Алекс был замечен в короткометражке «Страстный Мадагаскар», сюжет которого происходит между второй и третьей частью, но до того, как пингвины улетели. Gentlemen, love potion number 10. Finally! Marty! What the... He's right, freak. The joke will be on you when my magic potion works its magic. Hi there. She spoke to me! Did I say that out loud? Sign here. Wow. Now go get your mojo back. Alex, the lion! Roar! You freak! В 2020 году малыши Алекс и его друзья появляются в мультсериале «Мадагаскар. Маленькие и дикие». Is Sir Braxton ready for Betty by nighty night? Meow. Yeah. Также, по слухам, в 2021 году ожидается четвертая часть мультфильма «Мадагаскар», которая вновь расскажет о приключениях Алекса и его друзей.